Там монстры, крипер, я... Эй, эй, ты как? Вроде живой. Эй, проснись. Спасибо, что спас. Да, без проблем. Кстати, я Стив. Да, спасибо, Стив. Я Сэм. Рад знакомству, Сэм. Давай завтракать. Расскажешь, как сюда попал. Вот еда. Спасибо. В общем, моей истории не из приятных. Я жил в небольшой деревушке с населением в 20 человек. Все было спокойно, пока... Был обычный день. Люди работали. Деревенские жители, как всегда, просто ходили. И вдруг пришли они. Уже вечером почти все были убиты, и деревня была сожжена. Я чудом сумел спасти. Стой. Ты сказал, был обычный день. Но ведь монстры могут передвигаться только под луной. В этом-то и проблема. Что-то изменилось. Раньше такого не было. Среди людей ходят слухи, что это пробуждение дракона края. Но ведь его не видели уже сотни лет. Ну дела. Я помню ту легенду. Но ведь дракона убили. О каком пробуждении может идти речь? Говорят, что не был уничтожен последний кристалл края, и с его помощью удалось оживить драконов. Спасибо за чудные новости. Если ты сюда прибежал, значит и те монстры недалеко. Как есть, извини. Так, что насчет меня? Я могу пожить тут немного? Раз уж нам грозит опасность, то держаться надо вместе. Ладно, пошли, я дам тебе кирку и отправимся за металлом. Скоро он нам очень пригодится.